Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас приветствую на своем канале о рукоделии с Верочкой Татариновой. И сегодня мы продолжаем одевать наших пупсиков. И сегодня для Ванечки мы свяжем штанишки. Значит, одну штанину я уже связала. Вот пока одна сторона, вот так она выглядит. Вязать мы будем, как вы догадались, спицами. Вот. И можно примерить приблизительно. Вот она, одна штанинка. Вот это серединка. И здесь вот так серединка. То есть вот такая вот одна штанинка. Вторую штанинку мы вместе с вами свяжем. Вы вторую штанинку будете вязать самостоятельно. Они вяжутся абсолютно одинаково. Вот для вязания я использовала вот такую пряжу. Этикеточка, к сожалению, разорвалась. Ализе Лана Голд, 240 метров, 100 граммах. Если вас интересует цвет, то Color 10. Это такой вот, как цвет светлых джинсов, голубой. Итак, и для вязания я буду использовать спицы 2,5, две спицы. Итак, приступим. На спице 2,5 мы набираем 42 петельки, оставляем так кончик и набираем 42 петли. Обычным способом набираем. Раз, два, так, сейчас, раз петелька, два петелька, все, две петельки у нас, и начинаем набирать еще 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Набираем самостоятельно. Всего у нас должно быть 42 петельки. Брали мы 42 петельки. Вытаскиваем спицу. Вот этот кончик мы его ввязываем сразу. Он у нас небольшой. Вот так соединяем в две нити и будем провязывать. Первую петельку мы снимаем. Она у нас будет кромочная петелька. Следующую петельку провязываем лицевой вместе две ниточки. Следующая изнаночная. Так, что-то путается у меня здесь. Следующее лицевой, то есть мы весь ряд провязываем резинкой один к одному, то есть одна лицевая, одна изнаночная, и так до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Подходим к концу ряда. У нас предпоследняя петелька получается изнаночная. И последняя петелька, она у нас будет тоже считаться кромочной. Мы всегда ее провязываем изнаночной. И еще одна изнаночная петелька. Все, мы провязали с вами один ряд резинкой один к одному. Сейчас мы провяжем еще 4 ряда резинкой один к одному. То есть мы сейчас поворачиваем наше вязание, и сейчас мы будем провязывать по рисунку. Над лицевой мы провязываем лицевую, над изнаночной изнаночную. Первую, как всегда, кромочную мы снимаем, и у нас идет вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и целый ряд. Так до конца ряда последняя петелька будет у нас кромочная, изнаночной связана всегда.
независимо в каком ряду. Поэтому сейчас мы провяжем еще 4 ряда. В общей сложности у нас резиночка будет из 5 рядов. И вот провязываем сейчас. Провязали мы 5 рядов резинкой 1 к 1. Вот так у нас получается. Теперь следующий ряд мы будем провязывать лицевыми. Поворачиваем вязание, провязываем изнаночными. То есть вяжем платочной вязкой по рисунку. Значит, первый ряд после резинки у нас будет все лицевые. Второй ряд у нас после резинки будет все изнаночные. Потом снова лицевые, снова изнаночные. И так далее мы всего должны провязать после резинки еще 22 ряда. То есть мы провязываем также кромочную, снимаем и провязываем лицевую над лицевой, лицевую над изнаночной, лицевая над лицевой, лицевая над изнаночной и так далее до конца ряда. И как вы помните, последняя петелька у нас кромочная, которая будет провязываться всегда изнаночной петелькой. Вот таким образом мы набираем, провязываем платочной вязкой все лицевые. То есть во всех нечетных рядах у нас будут лицевые, во всех четных рядах у нас будут все изнаночные по рисунку. Поэтому сейчас мы провязываем с вами вместе 22 ряда. Итак, провязываем это самостоятельно. Провязали мы 22 ряда платочной вязкой. Следующее, мы начнем сейчас делать вот такие вот скосы. То есть вот сейчас мы провязали вот до сих пор вот эту часть. Теперь у нас с этой стороны и с этой стороны идут вот такие вот скосы. То есть что мы делаем? Мы закрываем в начале ряда следующего, 23 ряд, да, после резинки. Мы закрываем 2 петельки. Провязываем 2 вместе лицевой. Эту петельку на левую спицу переносим и снова 2 петельки вместе лицевой. Мы сделали закрытие 2 петель с вами с одной стороны. Теперь мы довязываем этот ряд платочной вязкой до конца и далее будем закрывать уже в следующем ряду. Итак, довязываем этот ряд до конца. Последнюю петельку кромочную провязываем изнаночной, поворачиваем наше вязание. И теперь с этой стороны мы делаем 2 убавки. То есть первые 2 петельки мы провязываем вместе лицевой. Одеваем петельку на другую спицу, на левую. И еще раз провязываем 2 вместе. Все, у нас вот это, она считается как кромочная. И далее по рисунку, то есть все петельки изнаночные до конца ряда провязываем. И так до конца ряда. До конца изнаночный ряд, снова поворачиваем наше вязание. Снова мы делаем 2 убавки с этого края. То есть провязываем 2 вместе лицевой, петельку на левую спицу и снова 2 вместе лицевой. И провязываем до конца ряда лицевыми петельками. Довязываем до конца самостоятельно. Последнюю провязываем изнаночной, кромочную. Поворачиваем наше вязание. Снова мы делаем 2 убавки. Провязываем 2 вместе лицевой. Одеваем на левую спицу и 2 вместе лицевой. И до конца ряда провязываем изнаночными петлями. Последнюю кромочную изнаночной
поворачиваем вязание. Вот у нас уже есть скосы с одной стороны и с другой стороны. И еще мы сделаем убавку по одной убавке с каждой стороны. То есть провязываем ряд. В начале ряда мы делаем, провязываем 2 вместе лицевой. У нас одна убавка. И до конца провязываем лицевыми петлями. До конца ряда. Последнюю кромочную изнаночной провязываем. Поворот. И последнюю делаем убавку. 2 вместе лицевой по изнаночной стороне. И все изнаночные до конца ряда. Провязали. Теперь нам нужно без изменения провязать 18 рядов платочной вязкой. То есть на лицевой стороне вяжем лицевыми, на изнаночной стороне вяжем изнаночные. И провязываем еще 18 рядов. Вот эту часть до резинки. 18 рядов. Провязываем. Провязали мы 18 рядов. 18 рядов. И теперь переходим к резиночке. Мы будем делать резиночку из 10 рядов. То есть мы также начинаем вязание, кромочную снимаем, провязываем лицевой, следующую петельку провязываем изнаночной. То есть делаем резинку один к одному. Снова провязываем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Поворачиваем вязание, и у нас будет лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Делаем, провязываем 10 рядов таким способом. Провязываем резиночку. Провязали 10 рядов резинкой один к одному. Вот, и теперь мы закрываем петельки. Закрываем так же, как мы делали убавки с боков. Провязываем 2 вместе лицевой и петельку на левую спицу. И так до конца провязываем 2 вместе лицевой, петельку на левую спицу, 2 вместе лицевой и петельку с правой на левую спицу. И так до конца ряда. И вот таким образом мы закрываем петельки и заканчиваем вязание штанинки. Вы провяжете вторую штанину аналогично вот этой первой для вас. У меня уже провязана, и мы будем продолжать вязать дальше. Таким вот образом идет постепенно закрытие петелек. Закрыли мы петельки, осталась у нас последняя петелька на спице. Мы еще раз ее провязываем для того, чтобы закрепить нашу петельку. Ниточку обрезаем и в дальнейшем мы ниточку спрячем. Вот, все, затягиваем узелок, все, мы связали вот в такую вторую штанину. Вот они у нас абсолютно две одинаковые. Провела паровую обработку наших деталек, потому что они у меня сворачивались. Я их решила отпарить, чтобы они не заворачивались. Вот так вот все это выглядит с лица, с лицевой стороны. И вот эти хвостики мы их прячем. Прячем, вот здесь будет шов, мы прячем сюда вот его, в этот шовчик. Вот под крючком воспользуемся и вот в эти вот петелечки крайние. Вот так вот пройдем и спрячем. Все, и кончик можно обрезать. Все. И у нас получились вот такие две детали. Берем иголочку с большим ушком и будем
шить наши штанинки. Лицевая стороной внутрь. Вот так складываем. И вот эту часть нам нужно ее прошить. Начинаем вот отсюда. И постепенно, захватывая вот эти вот крайние полупетельки, это моя Джессика. Не обращайте внимания, она у меня стоит на страже дома всего. Вот, и при малейшем шорохе вот так вот реагирует. И вот так вот мы прошиваем. Берем полупетельку с одной стороны, полупетельку с другой стороны. И сшиваем. Снова полупетельку с одной стороны, полупетельку внешнюю с другой стороны. И вот таким вот образом. Сильно не натягиваем. Здесь сильная утяжка здесь абсолютно не нужна. Ну и не делайте дырок. Просто соединяем две детали. Боковинку. Здесь вот мы не оставляем свободным. И вот таким вот образом. Сшиваем. Смотрим, чтобы у нас здесь все было ровненько. Резиночка с резиночкой сходилось все. И прошиваем. И так до конца. И по резиночке здесь тоже аналогично также прошиваем. Последние петельки сделайте 2 стежка, чтобы у нас немножечко оно закрепилось. Вот так. И здесь мы делаем узелок. Вот так. И потом мы прячем эту ниточку в полупетельке внизу. Ниточку обрезаем. Все, мы прошили одну штанинку. Вторую то же самое также делаем. И затем просто вывернем, посмотрим, что у нас получилось. Вот, это будет одна полуштанинка. И то же самое делаем вторую. И затем нам нужно будет сшить между собой вот эти части и между собой вот эти части. И штанишки у нас будут готовы. Итак, делаем самостоятельно. Со второй штанинкой прошиваем. Такие две штанинки у нас получились. Теперь мы снова выворачиваем их на изнаночную сторону. Складываем лицевую к лицевой, вот так. И вот так вот будем по краешку пришивать. Но я начну пришивать ее от середины низа, вот здесь, вот, чтобы у нас шовчики вот эти совпали. И начну снизу вверх. Вот эти вот прошиваем с изнаночной стороны, прикладываем лицевой стороной.
от середины низа кверху. Соединяем здесь, чтобы у нас резиночка тут все совпало. И точно так же прошиваем. И до конца. Дошли до верха, закрепим здесь ниточку еще раз, чтобы у нас не было разрыва между частями. Так, сделаем петельку закрепляющую вот так, и потом по краешку прячем кончик нити. Ниточку обрезаем. Вот так у нас получается. И теперь мы лицо к лицу эту сторону вот так соединяем и тоже от середины низа прошиваем до самого верха. Делаем это самостоятельно. Ну вот такие вот штанишки у нас получились. Из-за того, что ниточка акриловая и при паровой обработке она немножечко растянулась. В данном случае, если у вас так получилось, то необходимо взять резиночку и пришить ее с той стороны, чтобы она подтянулась. Но я делать особо не буду, потому что у меня не так сильно она растянулась, но все равно есть, конечно. И сейчас к этим штанишкам сделаем клапан такой вот наверху, как у комбинезончика. Мы свяжем и пришьем сюда клапан. И сделаем помочи, да, или как называются, типа как подтяжки или застежки. Вот. В общем, вяжем сейчас вот этот клапан. Набираем 20 петелек. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 петелек провязали. Вот, и теперь мы будем провязывать чулочной вязкой. Ну давайте для начала провяжем 6 рядов чулочной вязкой, то есть по лицевой стороне лицевые, по изнаночной изнаночные. Итак, 6 рядов. Первый ряд, первую кромочную мы снимаем и провязываем лицевыми. Все петельки лицевые, последняя петелька у нас будет кромочная, мы провяжем ее изнаночной. По изнаночной стороне, то есть все также платочная вязка, это все лицевые, четные, нечетные ряды у нас лицевые, все четные у нас изнаночные. Провязываем в общей сложности 6 рядов. 6 рядов платочной вязкой. Смотрим, прикладываем к нашим штанишкам. Но я думаю, что еще надо немножечко провязать. Ну, еще, наверное, может быть, даже 6 рядочков. Так что еще 6 рядочков платочной вязкой провяжем. То есть в общей сложности 12 рядочков. Ну вот, провязали мы 12
петелек, 12 рядов. Теперь мы будем делать наискосок вот здесь скосы небольшие. Для этого что мы будем делать? В каждом лицевом ряду мы в начале и в конце ряда будем делать убавки. Итак, провязываем сначала кромочная и 2 вместе лицевой. Провязываем. Далее мы провязываем до конца ряда, не довязав 3 последних петельки. Так, у нас 1, 2, 3, еще 2 раз и 2. Здесь мы провязываем 2 вместе лицевой, вот так, и кромочную изнаночной, как обычно. Все, мы сделали уменьшение сначала и в конце ряда. Изнаночный ряд мы просто провязываем без изменения, то есть все изнаночные. Следующий лицевой ряд мы также делаем кромочную, снимаем, провязываем 2 вместе лицевой, снова провязываем до конца ряда 3 петельки, не довязывая. Вот у нас так 3 петельки. 2 петельки мы провязываем вместе лицевой, изнаночной кромочную провязываем, поворачиваем вязание, и по изнанке мы провязываем все изнаночные самостоятельно. Снова у нас идет лицевой ряд. Мы также снимаем кромочную, 2 вместе лицевой, провязываем лицевые до конца ряда. Три петли не довязывая. Вот 3 петли остаются, значит 2 мы провязываем лицевой и последнюю кромочную изнаночной. Изнаночный ряд провязываем все изнаночные. Еще один рядок давайте с вами сделаем убавки. Кромочную снимаем, 2 лицевые провязываем вместе, все лицевые до конца ряда, 3 петельки не довязывая. Две вместе и изнаночная и кромочная. Изнаночный ряд провяжем все изнаночные. И последний ряд мы провяжем просто лицевыми. Все петельки у нас лицевые, без убавок. И на изнаночной стороне мы начнем закрывать петельки. Все провязали, примерили еще раз на куколку. То есть мы вот так вот пришьем штанишком, и вот такая вот у нас планочка впереди получается. И он, солнышко выглянуло в окошко, светит. И последний ряд мы делаем закрытие, то есть провязываем 2 вместе лицевой, справа налево спицу, снова 2 вместе лицевой, справа налево спицу, и до конца ряда делаем закрытие, отпарим тоже нашу планочку и пришьем к штанишкам. Вот такая планочка у нас получилась. И как я уже говорила о том, что при отпаривании у меня растянулась резиночка, потому что здесь очень много акрила в этой пряже. Вот.
И я посоветовала вам с изнаночной стороны взять резиночку тонкую и иголочкой, желательно в цвет резиночку, и иголочкой протянуть там несколько рядов резинкой. Но в данном случае у меня резинки не оказалось. Я взяла, воспользовалась вот такой этой же пряжей, сделала бусинки и буду вот так вот подтягивать. То есть вот тут вот сбоку будет у меня как бы завязочка. Вот, и все будет нормально. Теперь я хочу сделать лямки. Вот одну лямочку я связала. Вот, и буду ее пришивать вот тут сзади, и вторую тоже. И вот так вот лямочку, если вы хотите сделать, чтобы она застегивалась, вот пуговички будут. Если вы хотите, чтобы она застегивалась, сделайте тогда здесь петельку. Я не буду ее сделать застежку, я сделаю имитацию, как бы вот так вот пришью просто пуговичку. Закреплю эту лямочку. Она у меня также будет хорошо сниматься, то есть она будет сниматься как рукавчик. Вот. И вот таким вот образом. Как я сделала лямку? Я взяла крючок 2,5, взяла эту пряжу, набрала 41 петельку. Вот. И одна из них петелька у меня это петля подъема, и 40 столбиков с накидом я провязала в обратном направлении. Хвостик вот тут оставила для пришивания, чтобы пришить лямочку. Вот, вот таким образом вы доделаете до конца штанишки наши, и посмотрим, что получится. Ну вот такие штанишки у нас получились, вот такие лямочки. Вот так вот сзади эти лямочки выглядят. Здесь у нас просто завязочка такая вот, как декоративная. Штанишки я подвернула на один подворот, чтобы они по ногам у нас сидели хорошо, то есть с отворотом, чтобы можно было одеть ему обувь потом, которую мы с вами сделаем чуть позже. И вот такие вот. Тут приклеила декор. Можно пришить, приклеить любой различный декор для красоты. Вот такие штанишки. Надеюсь, что у вас тоже получилось все красиво. До новых встреч! В следующей части мы будем вязать обувь для Ванечки.